Организаторы Дрезденского бала в Санкт-Петербурге сегодня раскрыли некоторые тайны предстоящего события. На пресс-конференции, которая прошла в северной столице, профессор Ханс-Йоахим Фрай, в частности, рассказал, что ведущим бала станет звезда сериала «Игра престолов» Том Влашиха. По словам Фрая, актер родом из Дрездена, его отец был оперным певцом, который выступал в Дрезденской опере. Том учил в школе русский язык и будет очень рад приехать в Россию. Вместе с ним шоу будет вести российская телеведущая Оксана Федорова. В свою очередь, генеральный директор нашей телекомпании Алексей Земский рассказал о том, как НТВ будет освещать это событие. Конечно, будем рассказывать и о мероприятии, и, конечно же, будем, наверное, показывать, как это происходит в Дрездене. И, конечно же, будем показывать и подготовку, поэтому все будет. Дрезденский бал – одно из самых значимых светских мероприятий Европы. Он пройдет в Петербурге в конце лета на трех исторических площадках города. В программе примут участие мировые оперные звезды и выдающиеся деятели культуры России и Германии. Все события грандиозного праздника, который начнется 31 августа, будет транслировать наш канал.